и там их можно дистанции насчет дать недрона. Вот и все. Про успешный удар. Сома Ятович, інформації. І нагадаю, що впродовж наступних двох годин із вами працюю я, Анастасія Наріцина. Ну і так само закликаю вас долучитися до нашої трансляції на YouTube-каналі «Запустить 24-й». Підписуйтеся, ставте вподобайки, подавайте, пишіть коментарі. Америку ходит, в Европу, да. Это моя первая работа.
Какой? Чего вы такие злые? Саратовский блюдо, живой еще? Ой, пидорас, лошу, блядь. Ты смотри, блядь, шахуй, а чего вы такие? Ой, вы, я все ноги на стены, блядь. Чего у вас не ладится, хуй? А чего вы злые? Да-да, что злые, ведь все нормально. У вас там одни перемоги. Конечно, все победили, блядь, ты сами злые. Может, пенсию мне дают, слышите, задерживают пенсию. В Америку, в Питоке, дитя. Чё? Не знаю, твои девать некуда. Ребята, вы что вымогаете? Что за виск, поросяти? Это новая система модуляции. В Росії. Росіяни скаржуться, що після атаки дронів СБУ та ССО їхній військовий аеродром, який знаходиться в Росії, виглядає як кадри фільму активно використовує для бомбардування фронту в Україні. Так зване СВО настільки та по плану, що місцеві жителі вибухають склади з авіаційними кабами, боєкомплектами та паливо-мастильними матеріалами. Росія підтвердила саміт дрона по воєнному об'єкту. Каже, що більшість безпілотників. Мы на первом месте в мире по перемогам хотя бы. Как вы получили эти сутки? Ну вот, доложите обстакановку. Доложите обстакановку, тапкие косатики. Доложите обстакановку. Расскажите, как вы тизы получили по полной программе. А что тебе рассказывать? Тапики, косатики. Давайте рассказывайте. Пидорки, уёбки, ушлёбки. Потомственные хуй, пидорасы, косатки. Давайте, расскажите, доповедайте обстакановку. Что, как там получилось? А, Косапа, 300 самолетов, 300 самолетов только в одном ангаре, только в одном, а их там 5 штук, все захерачили. Вы посчитайте, 300 умножить на 5, 1500, Косапа, 1500 самолетов захерачили, а? Около 1000 заправщиков на пароме, хынули, все сгорело, паром сгорел, все утопло, все погибли, а? А что там чубаты рассказывают? Техника сейчас стоит только на самокатах, Сапики, косатики, ну как так можно было? Проебали косаты, да проебали, а ну скажите, эй. А как вы сейчас? Судьба ваша такая, судьба.
Да. Судьба ваша такая косацкая. А я вам говорю, косацы, а вы мне не верите. А я говорю, что время на подходе. У нас идет по плану косацы, а у вас? А у вас план? У вас два низкого плана, косацы. Два низкого плана, да, косацы? Эй. Сапики, косапики, где там сапы, где косапы, сап, о, козочки и козлы, козлинята косапские, где вы там, косапские или косапы, косапы, ну что вы сразу разбегаетесь, косапы, что вы меня боитесь, Подбегали сразу косаты. Ну вы пидорки косаты. Американцы, вам на Курск напали, там их французы, испаньольцы, итальянцы, англичанцы, американцы, вот, там все напали на Россию, все грызут косатов, говорит, прям едят. Как так получилось? Оно доложите от стаканов. Такой вопрос. Вы знаете, что вторая армия в мире, российская, находится в России, знаете об этом? Вторая армия в мире занимает второе место в России, знаете такое, коцапы, эй? Вторая армия в мире, Россия, занимает второе место в России, поняли, коцапы, это вот такая подъемка, коцапы, эй? Сапики-косапики. Вторая армия в России, Российская Федерация, занимает второе место в России, косапы. Думайте башкой, прислушайтесь к словам. Еще раз скажу. Вторая армия в мире, Российская Федерация, занимает второе место в самой России, косапы. Дебилы. Вы рождены детьми солнца, косапы. Есть такая болезнь. Даун. Вот вы все дауны, косапы, дауны. Сапики-косапики, ну вы уразумели или не разумели? А ну доложите об стакановку, эй. Сапики-косапики, что вы верещите? Как вы сегодня получили по полной программе? Избирательные кампании в США, как Камала Харрис и Дональд Трамп, борются за пост президента США. Владимир Путин провел сегодня видеоконференцию, посвященную вторжению ВСУ в ситуации в приграничных регионах. По утверждению российского президента, ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС. Главы Брянской и Белгородской областей рассказали президенту о формировании отряда теробороны. Но затем на фоне вторжения только из Курской области, согласно различным цифрам, выехали более 130 тысяч жителей. Тема наступления остается центральной для Киева. Владимир Зеленский побывал в Курской области. ВСУ публикует видео уничтожения понтонных переправ в Курской области. Ранее украинские военные разрушили 3 моста через реку Сейм. Украина взрывает мосты в Курске сразу же, как только Россия успевает их строить.
пишет издание Forbes. Решив изолировать 300 квадратных километров Курской области к юго-западу от реки Сейм, украинская армия и ВВС, начиная с пятницы, нанесли удары по всем трем постоянным мостам через реку Сейм в Курской области России. В результате за 6 дней речной операции огромный участок Курска и всероссийские войска, находящиеся там, фактически отрезаны от сухопутного снабжения. И не стоит ожидать масштабных поставок с воздуха. Украинские войска сделали небо над Курском крайне неблагоприятным для российских вертолетов. Пишут аналитики издания. Они прогнозируют, что следующим шагом ДСО может стать наступление в регионе, который не удалось изолировать. Военобороны РФ не исключают, что бои в Курской области могут затянуться на месяцы. На этом фоне власти области распределились остановить железобетонные укрытия от обстрелов. Еще один населенный пункт в Курской области перешел под контроль Украины. Ему пополнили обменный фонд. Глава областной военной администрации. А что такое ты еще, Оль, Толи? Что? Шарик за ролик заходит, да, Толи? Ну, надо слова правильные подобрать. Немножко тормозит, Толи. Вот, ёпта, Толи, записывай, Толи. Молочка, Морочка, слушай, долбоёб, надо выйти, вопросы не знаю, куда. О, видишь, короче, слушай. Оказывается, щит, где пойман, Толи? Расскажи, Толи. Толи, где щит поймал? У тебя что, нос провалился? И вопросы такие, все у конюха тупорылись. Опять, блядь, опять что-то. Ну при чем здесь, блядь, лошади, Толик? Ну ты же, блядь, долбанил. Конечно, вы, блядь, а вы, блядь. Вместе хвост приверял. Что ты там плачешь? Ромка, она есть. Чего хочешь? Рома, давай дрочи, дрочи быстрее. Руся, Руся, коза попита. О, блядь, все одно и то же. Маруся. О, бляха, муха. Ты смотри, поэтому сам, блядь. Да. О, а что ты такой долбоёб, Толик? Толик, ты родился таким или как? Ну, чего ты там? Чего? Ну, мы знаем, что ты пидор. Рассказывай, что ли? Вот ты рассказываешь нам. Я пидор, блин. Ну, пидор ты. Мы и так знаем. Давай дальше, что хотел сказать, Толя. Что пидор мы знаем. Дальше. Долбоёб. Что думаешь еще сказать, Толик? Запиши. Мысли надо запиши. Как ты можешь сформулировать, Толик? Это ж какими пидорами я забыл. Это пидор ты, пидор. Толик! Давай поговорим, Толик. Про 1000 вольт, а что это такое, Толик? Какие-то свиньи, блядь, а что это такое, Толик? Все, блядь, опять гоняй, понял? Ну вы куда поховались? Давай выходи. Толик, а что ты такой дурной?